Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой продолжаем играть в Калибр. В общем, ребят, у меня случилась неприятность небольшая, в том плане то, что я записал видео, как ты видишь, я купил Шауэя, я записал одно видео, вот только что, записал одно видео, и у меня получилось то, что у меня был в ОБСе отключен звук игры. Звук игры, прикинь, я случайно нажал, видимо, и отключил звук игры. Вот, и звука в игре не было. Был мой голос, но звука игры не было. Вот, и я решил как бы эту серию забраковать. В чем было в той серии? Я купил Шауэя, а разработчики дали пин-код, всем дали, там у них стрим какой-то был. Вот, и они дали пин-код всем на 75 тысяч кредитов. Мне этих 75 тысяч кредитов как раз хватило, чтобы купить Шауэя. Вот, мы с тобой сходили в зачистку, прокачали его до третьего уровня, и я понял то, что оперативник хороший. Вот, мы с тобой идем опять в зачистку, ребят. Так как, ну, ты же не видел, как я играю в зачистку на Шауэй. Вот, мы идем с тобой опять в зачистку. Вот, сходим, потому что нужно еще. Потому что, ну, я считаю, лучше туда сходить, потому что нужно его прокачивать. Потому что в стоковый он, ну, как и любой оперативник, он не очень. То есть надо вот это все прокачать. Ну, мы прокачаем так, тын-тын-тын-тын. Мы прокачаем. Вот. И мы лучше это сделаем в ПВЕ. Вот, оперативник действительно неплохой. Машинка, вот это вот пулемет, которая ездит, тоже офигенная. То есть, ну, она прям забирает врагов, прям стреляет. Мало того, что она забирает врагов, ребят, она еще и на себя агрит. То есть она не просто ездит и стреляет, она на себя еще агрит. Плюс у этой машинки в том, что ее можно поставить как стационарную турель. То есть ты ее просто ставишь как турель. Просто как турель ставишь, и все. И она отбивается. То есть, ну, ее можно поставить куда-нибудь на дверь, на какой-нибудь проем, и она просто будет стрелять по всем, кто туда входит. Вот, и, в принципе, дамажит она довольно-таки, ну, неплохо. Хоть здесь и написано, типа, урон 6, да, выстрелил в секунду 9. Но вот представьте, каждую секунду, то есть урон 6. Урон, я как понимаю, это за один выстрел. 6 урона, 9 выстрелов. 9 на 6, 54 урона. Вот, ну понятное дело, что с расстоянием урон у ней падает, но все равно она на себя агрит, и она все равно урон наносит. Вот, в принципе, как... Это неплохая довольно-таки. Как агрилка. Жалко то, что серия не записалась. Ну как она записалась, там звука не было, ребят, пришлось забраковать. Вот, но мне понравилось. Сейчас мы еще разочек побегаем. У нас, кстати, алмаз. А, вот, Диабло, алмаз, Мигель. Ну, в принципе, я думаю, пройдем. Тем более, у нас есть алмаз. Вот, берем машинку для ПВЕ. Для ПВЕ. Данная машинка великолепна, как я считаю. О, прицел, наконец, нормально. А то я играл там со стоковым, ребят, не очень. Со стоковым играл, не очень, мне не понравилось. Мне, знаете, что еще не нравится? Мне не нравится что-то FPS в игре. Что-то то ли у меня, с моей стороны, какие-то технические проблемы, то ли у игры какие-то проблемы. Ну-ка, встань сюда. Вот сюда. О, вот так поставили, турелька есть. Все, ребят, турелька есть. Турелька есть, она стреляет. Вот так далеко, кстати, она стреляет. Она даже до крыши достает. Да, она урон, может, небольшой наносит. Может, у ней точность не очень, ребят. Но ее основная задача агрить на себя. И, ну, какой-то урон наносить. Вот. То есть, ПВП, я думаю, она себя тоже раскроет. Отдача у Шауэя практически никакой. Союзник в безопасности. Займите первый этаж отеля. Судя по вертолету, там много гостей. Я вот стреляю Шауэем, отдачи вообще, ребят, практически не чувствую. У него отдачи практически нет, он стреляет в точку. Замечен штурмовик. То есть он, я думаю, у него отдача будет не в рот ебенная, знаете. А у него нету отдачи, то есть он стреляет, я не чувствую отдачи. Допустим, как у других оперативников, когда там прям разброс, отдача. Вот, я этого не чувствую.
Я этого, ребят, не чувствую. Это хорошо. Вот, и плюс машинка еще есть, которая дополнительный урон дает. На точку. Все? Все. Вот, на ХП мы ей разобьем, чтобы ХП было больше, ребят. Но это, конечно, читерная вещь, я считаю, все равно. Даже несмотря на то, что ее пофиксили. В умелых руках, я думаю, это читерная вещь. Это просто, по сути, мы с собой носим стационарную турель, которая может передвигаться. Даже не стационарную именно турель, а турель, которая может передвигаться, ребят. Должен быть способ подняться наверх. Попробуйте запустить лифт с помощью генератора. Стреляет хорошо, отдачи, я говорю, вообще практически нету. То есть, ну, отдача вообще лайтовая. Меня, знаете, что только напрягает что-то, ребят? FPS. У меня здесь никогда FPS не проседал. Но у меня почему-то FPS проседает. На зачистку нет времени. То есть проседает что-то то ли с игрой, то ли с моим компьютером что-то не то. Хотя все у меня как по стандарту. Но почему-то просадка по FPS. Давай, бро, заезжай. Бро, заезжай. Вот. Просадки по FPS, и это мне не нравится, ребят. Гигабайт. Сейчас вы не видите из моей вебки, да? Но я могу сказать то, что сейчас кушается у меня 1,1 гигабайт видеопамяти. 1 гигабайт видеопамяти. Чем, блядь, чем он там занимается? Вот. И 6 гигов оперативки. Это с учетом того, что у меня настройки, если кому-то интересно, у меня вот такие высокие настройки, высокие... Вот такие, да. И вот здесь низенькое. Это все блики искажений я отключил. Оно лишнее. Средние, высокие. Всякую хрень я подключал, ребят. Вот. Зернистость всякие, размытие в движении. Я все подключал. Проникните в пентхаус. Вот. Это я все подключал, ребят, потому что это не нужно. А. Понял. Думаю, что-то как-то странно. Уничтожьте противника и на... Осторожны. Первый механизм уничтожен. Давайте вот сюда ее поставим. Кто едет, выполняет свою задачу. Уничтожен. Да, блядь, да уйди своей сракой тут на меня бегаешь. Что у вас за привычка, блядь, срака мне на лицо все время садится. Вот, в принципе, прикольный оперативник. Да, вот видите, он на себя агр берет. И то есть, заместо того, чтобы часть... урона это шла бы на наших союзников. Эта часть урона идет, ребят, на бота. У нас алмаз прям мастер, да, в этом идет. Внимание. Еще, кстати говоря, хорошо то, что у этой турельки, у этого, у этой машинки, у ней бесконечные патроны. Бесконечные патроны, это тоже очень, ребят, хорошо. Это тоже очень хорошо, то, что у него бесконечные патроны. Ключ найден. Продвигайтесь дальше. Вот. С FPS-ом что-то мне не нравится. Почему? То есть ничего не жрется. То есть ни видюхи, ни оператив. Ну, что такое 1 гигабайт видеопамяти жрется? При высоких настройках, ребят, 1 гигабайт видеопамяти. Ну, что это такое, да, для современных игр? Это вообще ни о чем. 6 гигов оперативки. Тоже, не в принципе, ни о чем. На высоких настройках. Но пинг что-то это... А, тут же, да, тут же жопа. Точно, я вспомнил, чуть не пошел. Тут, не знаю, какие-то проблемки есть. То ли с моей части, то ли... Накурили-то. Накурили-то. На дальних дистанциях отдача, ребят, чувствуется. Немножко есть уже, как бы, чувствуешь. Но на ближних ебанутые, что ли? Что вы делаете? Зачем вы своих-то взрываете? Господи. Господи, неадекват. Неоправданная, ребят, жестокость. Противник в секторе. Там видали? А, нет, это все нормально. Все нормально. Но война за Кархат продолжается. А, у меня, кстати, это сломали.
тачку мою сломали. Вот, не знаю, в чем проблема, ребят. Может быть, у меня проблема. У меня, знаете, что есть подозрение? То, что у меня проблема, ребят, с оперативкой. У меня хреновая китайская оперативка на 16 гигов. У меня есть подозрение, то, что вот эти подлагивания в играх и так далее. У меня не из-за того, что у меня видеокарта слабая уже прям совсем. У меня есть подозрение, что у меня оперативка уже не вытягивает это. То есть к оперативке больше требований, и такое ощущение, как будто оно меня не вытягивает. Вот, 2400 урона дали, в принципе, неплохо, я думаю. Отыграли, заберем это. Заберем вот это. Вот, чем там прокачались? Да, мы прокачались, что мы открываем? Подбор. Подбор. Теперь подбираем, будем подбирать быстрее. Когда его выведут из строя, нашего друга Сигоу, мы будем его подбирать быстрее. Запас брони плюс 20 ОБ. Запас резервов. Это, конечно, запас брони. У меня же запас брони сколько? Плюс 40, да, будет. Нормально, брони больше, ребят, это классно. Так я вообще имбой буду сейчас. Я вообще сейчас буду имбой. Конечно, мы ставим вот этот навык сразу, белый. Спецсредство дрона имеет повышенную прочность. Увеличивает прочность на 10%. Так как белое пока, пока белое, 10%. Потом будет зеленое 12%. И уже синее на 15%. Мы, конечно же, его устанавливаем. Конечно же, потому что, ну, здесь без вариантов, ребят. Без вариантов. Вот, вот такой вот оперативник. Вот так вот мы за него побегали. Я бы, знаете, что хотел бы? Да, уменьшать заметность при стрельбе. Это тоже хорошо. Это что? Радиус поражения робота-компаньона плюс 5 метров. Он и так на 40 метров стреляет вокруг себя. То есть вы видели, да? Я там, ну, показывал. Он практически всю локацию прострелит. А тут еще плюс 5 метров. То есть, ну, скорострельность. Улучшение основного оружия. Еще скорострельность я своему оружию повышу. Это охренеть имба. Урон не надо, я думаю, защиту надо, да. Радиус поражения не надо, и так радиус большой. Вот защиту надо. Урон плюс 2, но это не очень. А вот защита плюс 20, это дохрена, ребят. Это дохрена. Вот такой оперативник, ребят. Ссылочка есть в описании, если кто-то хочет поиграть, попробовать совершенно бесплатно. Все ссылочки у меня лицензионные от разработчиков на официальные сайты. Если вдруг ссылочка ты нажал, ссылочка у тебя не открылась, значит, у тебя блокировщик рекламы ее там блокирует, либо антивирус там. Ну, антивирус навряд ли, но блокировщик рекламы, значит, у тебя блокирует. Вот, просто надо его отключить и перейти. Вот, все ссылочки у меня лицензионные. Ну вот, все от разработчиков. Смотри, как он глазки, видите, как он глазками водит. Ведь стесняется, не хочет нам в глаза смотреть. Не хочет, видите, он не туда. Стесняшка, я стесняшка. Вот, увидимся, боже, в следующей серии. Я думаю, мы еще одну каточку с тобой, еще одну каточку, еще одну серию сходим в зачистку, чтобы апнуть, хотелось бы, до 6 уровня, чтобы прибавить ему побольше хп нашему роботу. А потом мы с тобой уже пойдем в PvP пробовать. Не знаю, что там будет, конечно, там меня накажут. Ну, так будет как будет. Ну и с тобой уже в следующей серии. Всем до встречи, всем пока.